принимавшие участие в сражении у высоты 137 американские войска, были преобразованы в мощную ударную группировку и направлены в небольшую изолированную долину под названием Хубай. Разведка США определила этот район как ключевую стратегически важную область. Источники, близкие к верховному командованию, предупредили, что там же находятся регулярные части СВА. Они сняли наш аванпост! Куда ж ты лезешь-то, а?